1 октября жители Ульяновской области будут получать часть социальных выплат на карты системы МИР. В перечень войдут пособия на детей, компенсации людям, пострадавшим от радиации и другие дотации. Всего меры социальной поддержки через наше министерство получает более 300 тысяч граждан, но именно на финансовые кредитные организации мы выплачиваем порядка 224 тысяч граждан-получателей является. На брифинге в Министерстве социальной защиты рассказали, что будет, если кто-то из ульяновцев не успеет поменять банковскую карту. В случае, если у гражданина оформлена карта другой платежной системы, Visa, MasterCard, выплата будет зачислена, но получить он ее не сможет. В таком случае ему нужно будет обратиться в свой банк и оперативно решить вопрос. Переход на национальную систему МИР длится уже 3 года. Пособия должны были перевести еще летом, но сроки сдвинулись на октябрь из-за пандемии. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости у Правды ТВ.